Продолжаем выпуск. Учебно-оздоровительный комплекс «Лесное озеро» вновь распахнул свои двери для участников осенней молодежной программы 2018. Здесь реализуется осенняя молодежная программа 2018 года от финансового университета. Мы собираем школьников из Москвы и Московской области и из других городов России. И в течение целой недели здесь есть учебная программа. Приезжают профессора, приезжают студенты, рассказывают о финансовом университете и о разных интересных направлениях, в которых в дальнейшем студенты и школьники могли бы развиваться. Дети волшебные, дети дарят энергию, дети учат. Дети показывают, как быть настоящим, как любить по-настоящему, как делать красиво. У нас очень командообразованный получился отряд, и у нас никто не тянул на себя одеяло, но каждый из них готов стать лидером, и каждый из них готов построить будущее. Люди у нас на смене были из разных, так сказать, лицеев, разных факультетов, направлений, которые они выбрали, то есть социальный ГУМ. Найти общий язык можно с любым человеком при желании, поэтому даже вот тот факт, что люди немного разные по уровню, это все равно нам помогает тебе прочувствовать и быть готовым к разным ситуациям и общению с разными людьми. Все эти деловые игры и мероприятия, они тебя стимулируют, и ты, ну, узнаешь о своих качествах таких, которых до этого ты как бы не знал. Как с кем договориться, что придумать, и все в этом роде, там, какой-то проект, фитнес-план. Это очень развивает, и то есть, на самом деле, это еще в команде, не человек. То есть, ты с людьми коммуницируешь, сравниваешь что-то, анализируешь, споришь. Кроме этого, также педагогический отряд реализует другие мероприятия, развлекательные. Ребята ходят в спортзал, мы проводим вечерние мероприятия, интеллектуальные мероприятия, квесты. Они участвуют в разных мероприятиях на команде образования, знакомятся, общаются и учатся новым, интересным, полезным навыкам. Мы смотрели, ну, и разбирали один интересный фильм «Как появляются деньги» на английском языке. Вот, то есть это вот мне было интересно, например. Потом, собственно, вот эта вот игра, которая только что которая сейчас происходила, она тоже в будущем нам поможет, я считаю. Грубо говоря, это как, знаете, если объяснить экономику на вещах, вот то же самое, это вот то, что мы сейчас проводили, эту игру, то это, грубо говоря, самое банальное объяснение того, что происходит вообще на рынках. Я знаю, что торги реальные происходят не так. То есть это такая версия, которая немножко сделана под нас. Мы же основываемся при обмене акциями на доходности обеих компаний и выгоды ли на сотрудничество. Например, почему взяли ту компанию, которая была «Прогресс», потому что они являются компанией перевозки людей, а мы являемся все-таки как кафе, поэтому довольно выгодно взаимосотрудничество. Они нам привозят клиентов, а мы уже с ними делимся прибылью. Мне понравилась очень первая лекция психологии отношений, взаимодействия людей, и вот мне это понравилось. Планирую подавать документы, ну, в финансовый университет, это как один из вариантов. Хочу поступить на международные отношения. Правда, туда достаточно тяжело поступить, я не знаю, как что будет, но вообще пока что это как один из вариантов. Кем я хочу работать? Сложный вопрос на самом деле. Есть направление, наверное, конечно, где-то в экономике, а так управленцем. Или попробовать себя на торговле, на финансовых рынках и все в этом связано. Я считаю, что именно взаимоотношения между людьми важнее каких-то денег или что-то такое, но при этом, что должен быть какой-то баланс, наверное. Я вот считаю, что вот все в целом вообще, вся эта смена, лагерь, он очень круто помогает понять себя.